Ну что, давай одевай уже быстрее кроссовки. Так оторви мне ценник, я как одену-то? Ну давай. Одевай давай. А, одевать? Или надевай? Ну надевай давай. Норм, да? Да, норм, хорошо. О, классненько, супер. Так, ну все, я складываю, да? Ага. И где-нибудь в урну выкинем, да, сейчас? Не, в эту урну не кидай. Ген, ну никогда нельзя кроссовки или там, ну, обувь скидывать в одну мусорку. Ты что, понимаешь, когда ты передаешь, ну, скидываешь обувь, меня подберет кто-то ее и заберет мой путь. Если бы я была бы неудачником каким-то, да, мне было бы пофиг. А я же успешный человек, хороший, мне нельзя. Кто-нибудь оденет и заберет мой успех и удачу. Ну да, кстати, мне надо... Ну тот чувак, кстати, мне показалось, что он хотел наши кроссовки забрать. Мне тоже показалось. Давай один кроссовок выкинем вон там. Нет, они быстро соберут пару. А второй выбросим вон там. Нет, надо, короче, кроссовки выкидывать в разные, далеко вообще, в разные кварталы. Даже лучше в разных городах, чтобы никто не нашел. Ну, давай тогда для начала хотя бы выкинем их в разных районах. Да. Ну что, давай выкидывай. Сюда, что ли? Ну сюда. Блин, что-то мне жалко, они такие хорошие вроде. Я к ним привыкла. Что, выкидывать? Да выкидывай уже ее. Да, блин. А вдруг мне куда-нибудь пригодится? Нет? Ах, прощаю, кроссовочка. Блин, ну что, просто так оставим-то? Давай хотя бы шнурки снимем с них. Шнурки давай вытаскивай. Довольна? Да. Все, я, короче, его выкидываю, никто не найдет. Ну, это не будет. Никто не заберет. Ты не будешь шнурки-то снимать с ним? Шнурки надо снять. Ну, конечно. Шнурки с успешной кроссовкой. Я просто... Я не хочу делиться своим успехом ни с кем. Это мой успех. Это моя дорога, моя жизнь, мои правила. Ну, смотрите, одна нога здесь, другая где-то там. В другом районе. В другом районе. Надо было стельки еще снять с них. Стельки снять? Ага. Поздняк уже, да? Они воняют. Успехом пахнут. Пропахнут. А, да, кстати, успех. Сука, я такая счастливая. Ну все, попрощалась с неудачными... с удачными кроссовками.